Эстафета «Пламя мира» продолжает путешествие по стране. Сегодня символический огонь пронесли по улицам Барановичей. Его встретили ярким флешмобом на главной площади. Этим событием местные жители начинают отмечать День города. В маршруте эстафеты – авиаремонтный завод и музей железнодорожной техники. Здесь «Пламя мира» доверили Даниэлю Стримскому, нашему представителю на детском Евровидении. Далее – Барановичский университет. Здесь эстафету принял первый заместитель министра информации страны. К слову, Павел Легкий сам вырос в Барановичах. Вот здесь я школьником, пацаном был, здесь тренировался, когда-то играл в гандбол хорошо, вот здесь вот на Текстильном, этот район так называется. А вот там за дорогой это было поле, лес, где мы играли, вот подъехал мой старый друг детства, мы вспомнили, как мы вместе там в Зорницей занимались, будучи школьниками. Мне безумно приятно, я очень горд возможностью вот пробежать эти несколько сот метров с факелом, факелоносцем быть. Эстафета «Пламя мира» продолжится сегодня в Косово, там ее встретят во дворце Пусловских. Подробнее расскажем в следующих выпусках.